Алтайский ретро-клуб отправит в Новосибирскую область 7 раритетных автомобилей. Машины наших коллекционеров станут частью экспозиции военно-исторического фестиваля «Сибирский огонь». Шестой раз поселок Колывань превратится в поле масштабных исторических событий. Гости увидят настоящий самолет, реалистичные модели танков и бронемашин, средневековых витязей и русских воинов времен освоения Сибири. По словам организаторов, реконструкция будет довольно масштабной. Ожидается 500 участников из разных городов России, а также Казахстана и Белоруссии. Делегация Алтайского края участвует в фестивале третий год. Наши земляки покажут как модели автомобилей BMW, Кубельваген и Виллис, так и отечественные ЗИС-5 и ГАЗ-67. Не совсем обычную единицу техники повезем. Это будет действующий макет артиллерийской самоходной установки Су-76. Наш автоклубник из Шипуновского района создал такой макет. Он на ходу, он стреляет, будет принимать непосредственное участие в реставрационных боях.